Всем привет. Привет. Собственно говоря, мы на очередном сплаве. Представляю сегодняшнего своего напарника по сплаву. Это мое непосредственное начальство. Генеральный директор компании «Рыболова». Товарищ. Ну, в данном случае, да. Алексей Николаевич Озеров. Вот он меня к себе сюда зазвал на очень интересную реку. Но пускай лучше вот он сам сейчас расскажет про нее. Ну, речка на самом деле находится на границе Ивановско-Владимирской области. Вот. Она, в принципе, такая, ну, достаточно таежная река, но течение у нее неплохое. Вот. И в верховьях, ну, я как бы ловил здесь головлей. Ну, ловил я просто приезжал на машине пониже немножко и ловил там буквально, ну, 2-3 переката. Была мечта сплавиться по этой реке и посмотреть вообще места, потому что река не позволяет подъехать ко многим местам, и можно только пройти на лодке. Благо уже сезон открылся, конец июня, сплавимся, посмотрим. Ну, здесь ширина реки вот вообще, наверное, в этом месте метров 15-20. Пройдем мы, наверное, километров 40-50, дальше смысла нету, там будут уже всякие разрушенные гидросооружения, и пройти там невозможно. Судя по картографии, перекатов должно быть много. В принципе, Голавль уже должен был встать на летней точке. Попробуем? Да, сейчас попробуем. Попробуем, посмотрим, что получится. Но водичка холодная, так что я так еще немножко менжусь. Ладно, поехали. Поехали. Ну, иногда дерьмо случается. Единственный камень в перекате, и мы его нашли. Ладно, сейчас быстренько камушки вытащимся, травку вычистим и пойдем дальше. Травы много. Проход переката дубль 2. Ну вот, небольшой головлик. Первый. Хорошо, хоть не с первого заброса. А это у нас здесь рёв. Четырёхчастный. 14-й. Тихо, ну что? Красавчик. А это у нас новый чабик в новых цветах. Они только в прошлом году появились. Специально попросил японцев сделать чабиков под цвет, как у паникры, мой любимый. Вот паникра здесь мелковато будет по размеру для такого головка-то. О, мальчишка. И нет, не листившийся. Ну, в принципе, да, ему еще как раз сейчас самое время. Ладно. Не будем долго мучить пацана. Быстренько сейчас его отпустим. Вот он, красавчик. Мальчик. Значит, где-то рядом девочка. Может быть, кстати. Я так несколько раз ловил. Сначала помельче мальчика, потом уже нормальная девочка. Ну это сколько? Полкилошка? Грамм 400. Зачет, но не трофей. Очень интересное место. Посередине, условно, там, средней малой речки, остров. Вот мы на остров высадились. Специально не стали ничего пугать мотором. Ситуация такая. Перед островом перекатик. А дальше пошли с обеих сторон такие уверенные тягуны. И вот на этих тягунах он-то весь и стоит сейчас. Ну, прямо сейчас, потом он может поменять свою позицию, скажем так, через там недельки-две. Но сейчас он весь здесь. Поклевки есть, потычки есть, но, как всегда, нам дико повезло. Было тепло, а теперь вдруг не очень. Вот, соответственно, что-то он немножко в легком коматозе. Но, по крайней мере, вот первого соблазнить удалось. Будем надеяться, это не последний. Причем поклевка самая интересная, очень редкий вариант поклевки. Я его видел. Я видел, как он вышел, я видел, как он атаковал. Забавная картина масла, головаль с открытой пастью догоняет чабика.
Такое на самом деле можно видеть довольно редко. Вот повезло. Потому что вода условно прозрачная. Конечно, для этой реки это немножко мутновато, но все же. Можно увидеть. Красиво. Мне вообще очень понравилось. Люблю такие вещи, когда вот все на глазах, все приятно. И главное, работаешь не по площадям, а четко по точкам. То есть вот смотришь как бы на реке, даже вот в этой вот такой трубочке, видишь изменения течения, понимаешь, что там что-то есть, прикидываешь, где это, и стараешься, чтобы озеро прошел именно там. Ну вот. Один раз получилось, сейчас продолжим. Не знаю, что будет. Ух ты, промахнулся. Вынимал воблер, только что вынимал воблер. Вот, я чуть сбил за тропинку, начал выдирать, и головой бросился за ним. Ну такой, тоже, кстати, не меньше первого, я вам скажу. А вот это уже перестает быть томным вечером, потому что если уж он настолько сейчас активен, что выпрыгивает за приманкой, ну, можно ждать приятных сюрпризов. Посмотрим. Такой вот красавчик. Небольшой, вот этот взял сразу. Сколько? Грамм 250, наверное, 300. Наш пацан. Иди, и никого не видит. Но вот это мне очень не нравится. Потому что активная жаба сейчас, это нам прям вот совсем не в тему. Лотки у меня, конечно, с собой есть, но я их обычно в приложении главля не ставлю. Поэтому будем считать, сколько ты на охоту. Ну не все, мне мучиться. Мелкий зеленый осетрин. В итоге три хвостика с этого островка, но на самом деле их здесь гораздо больше. Они стучат, но не берут. Не активны. Ничего страшного, мы дождемся. Собственно говоря, прошляпил, подошел к месту, собирались уходить, тут чуйка мне сказала, подожди, вот там он есть. Там он был. Вот. Но, зараза, сошел. Не то, что сошел, он ударил хвосту и убежал. Причем такой неплохой был, товарищ. Вот. В чем нюанс? Вот пока все поклевки и все, собственно говоря, взятые головли, это не апстрим, это не даунстрим. Это заброс примерно вот в таком вот углу. Вот хочет он, чтобы сегодня, естественно, завтра может быть все по-другому, чтобы приманка шла именно, зараза, поперек. И клюет в момент, когда она начинает выправляться вниз по течению. Ну, это как бы классика жанра. Но сегодня он хочет именно так, и больше никаких других поклевок у меня, собственно говоря, не было. Я здесь рассказывал, у меня уже сошел. Вот. А у него сошел. Апстрим, кстати. Апстрим вряд ли. Эх, Морозова! Давай, 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 давай! Куда гребешь? Куда? Туда! Я куда надо грибу!
Вот его. Посмотрите на это безобразие. Ай, какая красавица. Ну вот, вот они и поклевки, Леш. Вот они и ударчики. Вот оно и все. Поехали отсюда. Казалось, там, это осетрина. Это осетрина. Ну и... Зеленая. Зеленая, причем осетрина, да. Слушай, меня сегодня везет на осетрон. Прям уже... Ай! Прям уже вторая. Да что ж такое-то, а? Иди! Осёток недоделанный. Под лодку. Под лодку. А чё нет-то? Повезло. Размер-то серьезно. Да, я сегодня чемпион. Как всегда, вон головля клюет всякой осетрины. Тихо ты! Короче, все грустно. Проверили несколько головных точек. Стоит либо вот такая вот зеленая осетрина, некрупного размера, либо вообще нет. На летней стоянке он, к сожалению, еще не встал. Поэтому придется нам дуть в зону перекатов и там что-то пытаться поймать. Потому что вот мы идем, типичные головлиные места по лету нету. Но весна плохая была. Непонятно какая, поэтому... Ой. Поэтому будем брать и перекат. Вон ерок какой хороший.
Да, подрастай. Подрастай, дружище. Галавль хорош. А это я испытываю себе свою пресс-речку новенькую. Скоро буду показывать всем и хвастаться. Но пока не буду. Хорош голов. Хороший. Да. Кирюха. Опа! Смотрите. Середина лета. Ну, вернее, июня. В данном случае пиявки. Да. Стоит. Стоит. Вообще стоит, значит. Ну что, грамм 350? 400? Не меньше. 400, не меньше. Да я их не умею считать. Не умею считать. Давайте. Опа. Ну что, голландик зачетный. Вот. Поймал его, правда, не на бифрёст, основную палку. А сейчас я решил потестировать немножко пресс-речку на юге. Она спаяется, наверное, в следующем году. Вот. Грубо говоря, там с третьего заброса пресс-речкой тут же к нему прилипла рыба. Да еще в варианте, когда особо-то и не клюет нифига. Рано. Прикол в том, что голавль в пиявках. Ну это вообще это ужас. Середина июля, голавль в пиявках. Конец уже, я вот так сказал. Ну, условно, да. Ну, собственно говоря, чего? Рыбу мы сегодня половили, много не поймали. Ну, чего-то было. Мы поняли, что немножко рано. Вода высокая еще, вода почему-то холодная. Ну, возможно, из-за того, что дожди прошли. Дожди вот капает. И сейчас капает. Полил дождь. Вот. Но в любом случае рыбу мы не берем, рыбу мы не едим. Поэтому лучшая рыба – это колбаса. В данном случае это сосиски с овощами. Не сосиски, а колбаски. Колбаски. Из говядины Black Angus. В общем, рыбалка удалась. Рыбу поймали, подержали, мясо поели, а завтра тут домой. Все, всем пока. Всем пока. Смотрите. Понравилось, подписывайтесь. Еще другие видео скоро будут. Все, всем пока. А вы покушаете.